Мы находимся в городе-курорте Белокуриха. Несмотря на то, что праздничные дни уже позади, а до Нового года еще полтора месяца, санатории Белокурихи заполнены почти на 100%. И это несмотря на вводимые ковидные ограничения и новые правила. Жители региона, которые активно путешествуют еще несколько месяцев назад, раскусили, что без QR-кода свободно передвигаться станет сложнее. Поэтому сфера туризма сейчас особо не лихорадит. Туристы приезжают с сертификатами. Чего не скажешь о торговых центрах и пустых кинотеатрах. Они в теме с 30 октября. А сегодня по QR-кодам начали работать еще и кафе. 12 часов дня. Обычно в этом ресторане паназиатской кухни уже заняты как минимум 5-6 столов. Пока ни одного гостя. Прогнозируем падение выручки. Надеемся, что это будет там, не больше там, 40%, с учетом того, что все-таки есть доставка и самовывоз, который не требует QR-кодов. Затянуть пояса, как во все сложные времена. Самое страшное – это ты переживаешь только за сотрудников, да, потому что это люди, за которых ты отвечаешь. Сфера общепита, она достаточно бедная именно по кадрам. И многие ребята, кто, если брать 20-й год, перешли из этой сферы общепита в другие направления, там на удаленку и так далее. Некоторым заведениям общепита вообще пришлось перейти на работу только на вынос. За моей спиной довольно популярное место в Барнауле, где лепят манты, вареники, пельмени. Посмотрим, как у них сегодня обстоят дела. Не густо, хотя обычно в обед здесь длинные очереди. Но кафе хотя бы могут работать на вынос. А вот фитнес-клубы еще не отошли от локдауна 2020 года. В этом зале обычно одновременно занимается примерно 110 человек. А сейчас примерно просто 10. С 1 ноября у сети упали продажи на 90%. Хорошо, когда правительство ведет все линейно. Вакцинация же упала не вчера, она летом упала. Потому что все забыли про это. Она же изначально началась хорошо. Почему летом-то не били в колокола? На сегодняшний день в крае привились почти 800 тысяч человек, а для коллективного иммунитета необходимо 1 миллион 400 тысяч, то есть 80% от взрослого населения. Не торопится прививаться компания «Бичан», которая накануне записала 12-минутное обращение к президенту с просьбой отменить QR-коды и обязательную вакцинацию. В своем видео они подчеркивают, они правнуки победителей, якобы их жизнь и свобода в опасности. Вставай, страна огромная, вставай, наша жизнь и свобода в реальной опасности. Тем временем жители региона ругаются, но вакцинируются. За месяц в крае привились больше 100 тысяч человек. Ведь протест протестом, но как не сходить в торговый центр на выходных? Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.